Все говорят, нет правды на земле. Но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая капля. Родился я с любовью к искусству. Ребенком будучи, когда высоко звучал орган в старинной церкви нашей, я слушал и заслушивался слезы и вольные сладкие текли. Отверги рано разные забавы, науки чужды, музыки были постылые. Упрямо и надменно от них отрекся я и предался одной музыке. Труден первый шаг, искушен первый путь, преодолел геральные невзгоды и весло. Поставил я подножием искусству, я сделался ремесленник. Перстал, предал послушную, сухую дерзость и верность уху. Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп. Поверил я алгеброй гармонии. Тогда уже дерзнул в науке искушенной предаться неге творческой мечты. Я стал творить, но в тишине, но в тайне, не смею больше ничего славить. И редко посидев в безмолвной двери 2-3 дня, по самой высокой пищу, вкусив восторг и слезы вдохновения, я сжег мой труп и холодно смотрел, как мысль моя и звуки мой рожденные, пылая с легким дымом, исчезали. Старей горным был, когда-нибудь зависит
ныне завистник. Я завидую. Глубоко, мучительно завидую, о небо! Где ж правота, когда бесценный дар, когда бессмертный гений не в награду, любви горящей, самоотвержденье трудов, усердия, молений послан, озаряет голову безумца, гуляки праздного, о Моцарт, Моцарт! Ha ha ha.
Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда Тегляр презренный пародией бесчестие Алигьери. Пошел, старик! Постой же! Вот тебе. Пей за мое здоровье. Ты Сальери не в духе нынче. Я приду к тебе в другое время. Что ты мне принес? Нет, так, безделица. На ветке ночью бессонница меня томила, и в голову пришли мне 2-3 мысли. Сегодня их я набросал. Хотелось мне твое услышать мнение. Но теперь не до меня. Ах, Моцарт. Моцарт! Когда же мне не до тебя? Садись. Я слушаю. Представь себе, кого бы, ну, хоть меня, немного помоложе, влюбленного, не слишком, а слегка, с красавицей или с другом, хоть с тобой. Я весел, вдруг видение гробовое, внезапный мрак. И что-нибудь такое. Кларнеты, фаготы, тромпеты, тимпани, виола, чело, бас. Thank you.
остановиться у трактира и слушать скрипача слепого. Ты, Моцарт, недостоин сам себя. Что ж, хорошо? Какая смелость и какая стройность. Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь, я знаю, я! Канвал. Браво. Может быть. Но божество мое и
сложусь я и... Как пировал я с гостем ненавистным, я милю, быть может, злейшего врага найду, быть может, злейшая обида в меня стандартной грянет высоты. Тогда не пропадешь ты, да, и я был прав. И наконец нашел я моего врага. И новый Гай меня восторгом дивно упоил. Теперь пора.
жизнь опасная. Я? Нет. Ты, верно, вот зачем-нибудь расстроен. Обед хороший, славное вино, а ты молчишь и хмуришься. Признаться, мой рефи меня тревожит. Ты сочиняешь рефи? Давно? Давно. Недели три. Но странный случай. Не сказывал тебе? Нет. Так слушай. Недели три тому пришел я поздно домой. Сказали мне, что заходил за мной кто-то. Не знаю от чего. Всю ночь я думал, кто бы это был и что ему во мне. На завтра тот же зашел и не застал опять меня. На третий день играл я на полу с моим мальчишкой. Кликнули меня. Я вышел. Человек, одетый в черный, учтиво поклонившись, заказал мне ракию. И скрылся. Сел я тотчас. И стал писать. И с той поры не заходил за мной мой черный человек. И я и рад. Мне было жаль расстаться с моей работой. Хотя совсем готов уж, Рекли. Но между тем, я что? Мне совестно признаться. В чем же? Мне день и ночь покою не дает мой черный человек. За мной всюду, как тень, он гонится. Вот. И сейчас, мне кажется, он с нами, сам третий. Сеньяро,
ты для него тарана сочинил. Вещь славную. Там есть один мотив. Я все свержу его, когда я счастлив. А правда ли Сальери, что Бомарше кого-то отравил? Не думаю. Он слишком был смешон для ремесла такого. Он же гений. Как ты да я. А гений и злодейство – две вещи несовместные. Неправда! Ты думаешь? Ну ты же! За твое здоровье, друг, за искренний союз, связующий Моцарта и Сальери, двух сыновей гармонии! Постой! 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 Довольно. Слушай же, Сальери, мой Реквием. Thank you.
плачешь. Эти слезы впервые вижу. Больно и приятно. Как будто тяжкий совершил я долг, как будто нож целебный мне отсек страдавший член. Друг Моцарт, эти слезы замечают. Спеши еще наполнить звуками мне душу. Когда вы все так чувствовали силу гармонии, но нет. Тогда вы мир не смог существовать. Никто не стал заботиться о нуждах низкой жизни. Все предались бы воле. Ты заснешь надолго, Моцарт. Неужели он прав? И я не гений. Гений и злодейство – две вещи несовместные. Неправда. Или это сказка? Тупой! Ты
изучение церковной музыки была обнаружена в одном венском архиве запись исповеди Сальери от 1823 года, содержащую признание в совершении этого чудовищного преступления с приведением подробных и убедительных деталей, где и при каких обстоятельствах давался яд композитору. Церковные власти не могли пойти на нарушение тайной исповеди и не дали согласия на предание этого документа гласности. Сальери, мучимый раскаянием, пытался совершить самоубийство. Он перерезал себе горло, но остался жив. По этому поводу остались подтверждающие записи в разговорных тетрадях Бетховена за 1723 год. Есть и другие упоминания о содержании исповеди Сальери и неудавшемся самоубийстве.
Спасибо.